Самый трогательный и волнительный последний звонок. В 144-й самарской школе торжественная линейка. Выпускников поздравляют родители, учителя, ученики младших классов. 11 лет учебы позади. Впереди самостоятельная взрослая жизнь. Бывшие старшеклассники признаются, расставаться с учителями и одноклассниками не хочется. С одной стороны, нужно идти вперед и бросать школу, но прощаться с друзьями, со знакомыми трудно. Ты столько вот времени с ними провел, и с учителями жалко прощаться тоже. На праздник к выпускникам 144-й школы приехал глава администрации Самары. Олег Фурсов сам с отличием окончил это учебное заведение. Он поздравил выпускников, выразил особые слова благодарности своим учителям и подчеркнул, после школы важно сделать правильный выбор профессии. Перед выпускниками открываются большие возможности. В Самаре объединяются несколько вузов. Во вновь созданном университете будет качественно новое обучение. В перспективе он сможет конкурировать с другими высшими учебными заведениями на мировом уровне. Аэрокосмический университет, государственный университет объединяются. На уровне города объединяется муниципальная академия управления и экономическая академия. И это очень важные штрихи нашего времени, потому что объединение вузов дает мультипликативный эффект развитию всей системы образования. Появляются новые лаборатории, выделяется дополнительное финансирование, а значит, возможности у вас, выпускники, появятся гораздо больше в получении достойного хорошего образования. В этом году 144-й школе 40 выпускников. После концерта для них звенит последний звонок. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События.